Добрый вечер, друзья мои. Вот помните, я вам показывала не то буфет, не то ящик какой-то, куда люди приносят книги. Вот, пожалуйста, мама с сыночком пришли, выбирают себе какую-нибудь интересную книгу. Здорово, да? Вот они возьмут книжечку и скажут спасибо какому-то человеку за то, что он принес такую классную книгу. Друзья мои, вот сегодня мне попалось изречение Николая Сербского. Вот послушайте, оно прямо вот созвучно моему настроению последних годов, можно так сказать. Мне стало нравиться молчать. Беречь свой мир, не распыляться, хлам лишний в душу не вносить, на добрых мыслях замыкаться. Вокруг так много суеты, и оградить хочу я душу от многого, что предлагает мир, и выбирать, кого мне слушать. Мне стало нравиться молчать. И этому учиться надо. Подумать прежде, чем сказать, и иногда ответить взглядом. Друзья мои, какие мудрые слова, да? Я же всегда говорю, язык должен словиться с мозгами. А тут по-другому все сказано. Господи, вот понимаете, вот почитаешь или послушаешь вот изречения вот таких вот святителей, ну, всяких разных таких вот богословов, и думаешь, ну, все точно, все из жизни. И как они все про это знают? И как они все это понимают? Хотя, если вот откроешь Библию и начнешь ее листать, я вот пробовала. Вот как-то вот на душе так тяжело, 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 тяжело. И начинаешь вот что-то листать, листать, листать. Какую-нибудь страницу откроешь, и вот оно тебе там. Что-нибудь вот такое, вот что точно, точно относится к тебе. Вот я сколько раз ловила себя вот на этом. Вот как-нибудь я достану свою Библию и кое-что оттуда вам прочту. Вот посмотрите, еще подошли люди. Видите? Все работает, друзья мои. Все работает. Вот здесь только я почему-то вижу очень и очень мало кормушек. Почему-то вот эта вот близлежащая школа, как-то она вот об этом сквере не позаботилась. А вот там вот есть вот. Вот видите? Вот на одном маленьком деревце две кормушки. Вон там еще одна кормушка. Да, есть, есть, есть. Но маловато. Вот там я не вижу. В общем, маловато. Как-то скудненько. Пожалели. Пожалели. Вот эта вот часть, кормушек нет. Надо внучке сказать, чтобы она сказала там своей трудовички, чтобы они вот это вот дело исправили. Потому что, ну что это? 3-4 кормушки, они прям совсем рядышком. Но это маловато, маловато, конечно. Друзья мои, ну что? Скоро? Да что скоро? Уже завтра. 23 февраля. Мужской праздник, ну хотя он и не только мужской, сколько женщин, медсестра, ну и просто девушки и женщины, которые воевали и воюют. Будет их праздник. Конечно, хочется всех-всех поздравить и пожелать только одного – мира во всем мире. Друзья мои, счастья, здоровья и, конечно же, мира. Как хочется жить в мире.
как хочется, чтобы нигде не гремели взрывы, чтобы не погибали наши мальчишки, девчонки, чтобы не рушились дома, чтобы свет был в домах, еда на столе, дети росли, и было счастье. Ну, надо ведь для этого совсем-совсем мало, друзья мои. Надо, чтобы мы все любили друг друга и понимали. Поздравляю всех с наступающим праздником 23 февраля. Друзья мои, мира нам, здоровья, счастья, удачи. Пока-пока.